Вот дети Дунаевы. Четыре месяца моим пешам. Скоро начну натаскивать, водить по одному. Уже замучили его. Вон дети. Травку пощипают. Виктор Иванович, сколько возраст? 5,5 месяцев. 5,5 месяцев. Падаем на колени с Сан Санычем. Хочу в узловочку. Хочу в узловочку. Пока не ломается. Иванович, сейчас они спички тянут, кто на узловочку, да? Они будут соловопехи, видишь? Это смычок, да. Сильнейший. Да. Сильнейший. Соловопехи, видите, какие. А вот уже пара братья их с одного гнезда отделили. Совсем другой вид. Вот это однопометники тоже. Два выжлеца. И вот видите, какой окрас у них. Эти уже... Чернопегие, урвя. Но вот этот выжлец станет тоже, наверное, соловопеги. Перелиняет. Не, буряки темно-спинные, это же выжловка. Да. Выжловка его выжлец. Выжлец же больше. И затяжки, как у фагота, блин. Затяжки вот. У фагота ниже. Это... у них нормально. У них не доходит достигательно. Друзья, прошло буквально, Иванов, где-то прошло, мол, полтора месяца, да, как мы были, да. Хоп! Они же уже как взрослые. Хоп-хоп. Вот смотрите, друзья, какой догляд. Красавцы, красавцы. Но будем дурить. Я поехал, как человек, лежал, все, блядь, клетка, что, блядь.